Мы сделали это, Донал. Мы сделали это. Виктор, ты цел? Все в порядке, Дона. Все потрясающе. Виктор, послушай. Я всегда верила в тебя. Ты сделал то, что должен был. Но тебе нужно поскорее выбираться оттуда. Комплекс может разрушиться в любую минуту. Я настроила сенсоры и попытаюсь помочь тебе, любимый. Они, скорее всего, уже знают, что это ты. Будь осторожен. Прошу тебя. Четко вижу тебя на карте комплекса. Впереди тебя завалы. Другого пути нет. Придется преодолеть их. И еще. Ты весь такой воодушевленный. Я все понимаю. Но осмотри себя. Нет ли ран или ссадин после взрыва? Донал, тут что-то странное. Что ты имеешь в виду? Погоди-ка. Вижу. Не подходи к ней. Ну, что это, Дона? Я такого никогда еще не видел. Судя по датчикам, эта сущность излучает электромагнитные волны. Она может быть крайне опасна. Обойди ее, но предварительно брось что-нибудь издали, чтобы понять радиус действия.
Здесь объект 47, слышишь? Тише. Да. Не говори со мной. Мало того, вижу. Тише. Ты ведь понимаешь, что это значит? Тихо. Помнишь их реакцию на живых существ? Я поищу, чем защититься, если встречу их на пути к выходу. Не переживай. Так странно. Где все? Где все, что было до... до света? Мне плохо. Черт знает что. Я вроде и не ранен. Этого я и боялась. Постой-ка. Впереди тебя столовое помещение, а за ним несколько терминалов пневмопочты. Двигайся туда, в пятый терминал. Я отправлю тебе аптечку. Поторопись. Да, сейчас.
Так намного лучше. Можно двигаться дальше. Дона, впереди плотное облако газа. Можешь проверить, что это может быть? Дона! Дона, черт! Надеюсь, что это просто неполадки со связью. Нужно задержать дыхание и быстро пробежать. Всего-то. Если меня обнаружат, то убьют на месте. Сотрудники моего же конгломерата прострелят мне башку. Боже, нужно пробраться до противоположного края. Снаружи все очень плохо. Бытовые радио только и говорят о том, что мы с тобой преступники. Если нас поймают... Даже не думай об этом. Ты в безопасности. Я скоро тоже буду рядом, и мы вместе увидим, как наш мир перевоплотится в нечто прекрасное и совершенное. Стоп! Что? Ты не хочешь этого? Ты не понял. Я засекал впереди какое-то движение. Это 47-й объект. Только этого мне не хватало. Его можно обойти? Нет. Это единственный проход. Ну что же, придется разобраться со своим творением. Только осторожней. Пожалуйста. Я съем твои глаза. Получай. Я убил его. Со мной все в порядке. Куда дальше, Доналд? Секунду. Так, здесь дверь заперта и... У меня нет к ней доступа. Как же ты выберешься? Погоди, погоди, дай-ка подумать... Там должен быть запасной генератор на случай аварии. Тебе нужно запитать его, чтобы дверь открылась. Я не помню плана. Что там? За дверью? Свобода, Виктор. Я это сделал. Я должен был. Это мое предназначение.
Они, конечно, думают, что для них все самое страшное уже случилось. Как же они ошибаются.